Ребят, всем привет! Вот у нас тут такую замечательную арку сделали к сезону 2020, который не удался, так сказать. Народ гуляет, местные, короче, это успевают гулять, пока никого нету, в спокойствии по центру. А так, если бы не этот карантин, то я вам скажу, тут бы был полный затор. Джесси, иди сюда, Джесси, иди сюда. Ты его плаваешь, молодец. Собака плавает. Иди сюда, Джесси, иди сюда. Она идет или плывет? А, плывет. Джесси, побежали. Как она радуется песку. Пойдем туда. Господи, радости столько. Зовите! Вик, зови! Джесси! Зовите! Вероник! Устала, что ли? Давай, беги. Посмотрите, ребят, какая у нас тут красота. Розы растут. Красивячие, да? Красотищие людей. Что-то куча прям. О, там вон тоже розы. А раньше тут были все палатки. Сейчас насадили цветов. Ребят, вот видите, тут ездить нельзя, да, с колясками нельзя, а пешеходная зона норм, а вот на той зоне обитает страшный вирус. А тут ничего, тут можно и ходить, в принципе, но ни в коем случае не ездить на велосипеде. Джесси, песнекушечка все кушает, кушает, все кушает. Ну вы не думайте, я его не то что лишь откармливаю. Я просто хочу, чтобы у меня был толстенький котик. Хоросенький, да кусей, кусей хороший, кусей. Солнышко. Он сверху у нас это на енотика похож. Прям кайф. Ой, сейчас скажут, на столе ест, блин, зря показала. Короче, ребят, на море очень теплая вода. Просто офигенная вода. Вот, народу уже очень много купается, много отдыхает, нафиг этот карантин, карантина нет. Вот, я сейчас хочу себе приготовить, потому что, блин, хватит жрать. Хотя готовить на вечер капусту, это же углеводы, да, еще и тушенка, это как бы не особо хорошо, ну ладно. Я ж немножечко поем. Так, это что у меня тут такое? Вот, так что я сегодня решила, у меня просто осталась капуста, я думаю, что же с ней сделать, и решила сделать с ней, ну, решила ее просто потушить, а еще томатная паста есть, и тушенку. То есть лучок, капуста, тушенка. Лука можно, кстати, еще и побольше взять. И вот такой лук у меня еще остался, так что сейчас будем тушить нашу капусточку. Досточку некоторые называют, не знаю, у меня это досочка, а не досточка. Купила досочку желтенькую себе такую. Честно, не подбирала под цвет ногтей, да, под цвет волос, под цвет майки. Просто был желтый цвет. Вот, я ее купила. Так, сейчас мы шинкуем капусту. Вот честно, вот это я делать очень не люблю. Особенно своим тупым ножом. А точить ножи? Не, у меня есть точилка, но что-то я как-то, не знаю, боюсь. Почему-то, и поэтому... Ёпрацететик. Синика, когда ты успел сюда залезть ко мне, а? Все, короче, я ее помыла. Че
Что я там говорила-то? А, про ножик говорила. Вот, кто бы мне ножик подточил? У меня есть точилка, но у меня это такой страх, вы не представляете, да? Я очень... Все содрогается. Мельчить не буду. Потому что готовлю я себе, опять-таки, одной. Мелкие у меня не едят такую капусту. Вот. Так что только себе. Ой, ребят, вы не представляете, сколько у нас клещей. Ну, я вот сегодня ходила в ореховую рощу, и там все-таки обрабатывают. Да, но они что-то поздновато начали обрабатывать. Обычно обрабатывают где-то в середине мая. А в этом году, видимо, в связи с этим коронавирусом, блин, обрабатывать только вот сейчас стали. Так, сегодня у нас какое число? Так, сегодня у нас 7 июня, ребят. 7 июня. У нас открыли все парки, все скверы. Ну, типа на пляж все еще нельзя. Ну, вы понимаете, да, что как бы людей на пляже полно, и никто их не останавливает. Так, а я сейчас, наверное, всю капусту доделаю, да? И мне, наверное, дня на два хватит этой капусты. Сейчас мы ее еще быстренько дорежем. Это такая черышка. Сейчас мы ее уберем. А вот она еще тут внутри. Говорят, она вредная. Но я почему-то ее люблю. Да елы-палы, ребят. Вот скажите, у вас есть дома животные? Как вы боретесь вообще с шерстью? Каким образом? Я каждый день сейчас кота чешу. И это бесполезно. Это бесполезно. Шерсть повсюду. Пускай, не пускай на стол. Она все равно везде летит. Вот скажите, как бороться? От Джесси, от собаки, как бы шерсть есть, но шерсть есть на полу. А вот именно от кота, он же везде ходит. И это просто жесть. У нас все шерстяное, понимаете? Да, это неаппетитно очень звучит. Но так оно и есть. Так, в общем, все, я порезала. Вот в сковородку выложила масло. Наливать я не стала вообще нисколечко. Я засыпала капусту, тут лук перемешала, короче. И налила немножечко воды. То есть она у меня будет полностью без масла тушиться. Потому что сверху, не сверху, вернее, потом мне еще добавлять тушенку купила. Вот как, знаете, в старые времена. Но я сомневаюсь, конечно, что она такая вкусная. И там одно мясо. Ну, в составе, вот вы видите, говядина, жир, лук, соль поваренная. Ты-ты-ты-ты-ты-ты. Ну, посмотрим, вкусная нет. Стоила она 119 рублей. Время подойдет, и мы с вами откроем и посмотрим. Так, ребят, пока у меня там делается, я хочу показать вам, что вообще, чем я занялась. Так, тут у меня немножечко бардак, просто у меня на балконе не хватает, честное слово, какого-то вот такого шкафчика, да, чтобы я туда вот все вот это сложила и все закрыла. Поэтому у меня тут, кажется, вот такой вот просто ужасный срач, потому что складывать, ну, некуда. Вот, поэтому так все лежит. Что я вам хочу показать? Короче, я старею, ребят, да. Я занялась цветами. Сейчас я вам покажу. Так. Вот это у меня... Я все подписала. Где он? Покажу. Вот эти я посадила 26 мая. Это календула, индийский принц. Это значит... Так, сейчас положу под это. Вот это вот календула, индийский принц. Честно, я в шоке сама от себя. Это тоже какие-то пушистые цветы, но это я самая первая посадила. И, к сожалению, выкинула этикетку и не помню даже какого числа. Вот, это тоже этот индийский принц. И тут, короче... какого числа? Это 29 мая колеус посадила. Ну, это жесть, конечно, ребят. Если честно, я от себя такого не ожидала, что я когда-то буду садить цветы. Ну, вот так вот получается. Ладно, идем смотреть нашу капусту. Так, ну что, ребят, пришло время открывать нам нашу тушенку. Смотреть, что нам тут заготовили. Так, ну, сверху жирок. Сейчас возьмем вилочку.
посмотрим. Ну, в принципе, да. Мяско, мяско, мяско. Ну, сейчас будем выкладывать и увидим. Я, если честно, вот этот жир не хочу выкладывать. Я это собаке отдам. Вот, я буду выкладывать мяско. Так, ну-ка попробуем. Так я бы ее и так съела. Это вкус. Очень вкусно. Вкус моего детства. Так, сейчас я выложу и покажу вам, как она выглядит. Так, ну смотрите, я вам скажу, что тушеночка довольно-таки хорошая. Прям мяско-мяско одно, нету никаких вот этих жилок. Прям мяско-мяско-мяско. Так, где моя ложка? Сейчас мы это все дело перемешаем. Я думаю, будет вкуснятина. Я, кстати, черного перчика добавила капусте, добавила красной паприки. О, мне кажется, это офигенно. Солить, кстати, я не стала. Я соленое особо не люблю. Не, тушенка хорошая. 119 рублей. Но мне кажется, это не особо дорого, потому что там стояла тушенка еще какая-то по 200 рублей. Там 250 рублей. А я вот взяла вот эту именно в той упаковке, в которой мы, знаете, раньше брали в какие-то старые времена. И, в принципе, я не ошиблась. В принципе, тушеночка хорошая. Так что сейчас еще, наверное, минут 20 она потомится, вот эта вся жидкость. Так, я не стала себе много накладывать, потому что я сейчас особо есть не хочу, я чуть-чуть попозже поем. Вот так вот посыпем зеленью, потом все готовое блюдо. Ну, это так у меня не кулинарный влог, а так чисто, что я себе приготовила на ужин. Ну, и сейчас мы это все попробуем, в принципе, я вам скажу. Я не солила, я только перчила, потому что тушенка, она сама по себе соленая, да? Вкусно. Но вот эта тушенка, она вкусная, да. Я вот сейчас так чуть-чуть поем. И все, а потом буду попозже, потому что я сейчас как бы не особо хочу. Она еще не до конца, кстати, дотушилась. Сейчас еще там постоит немножечко. Ну, вообще, очень простой, легкий рецепт. Единственное, то, что он занимает время. Нужно ждать, пока вот эта капуста, да, будет тушиться. Она тушится около часу, даже может быть больше. Вот, это единственный минус. А так, это все очень вкусно, очень все просто. И, ну, я бы не сказала, конечно, дешево, потому что тушеночка у нас дорогая. Ну, в принципе, одна банка тушенки, целый качан капусты и 2 дня, пожалуйста, кушайте. На этом все, ребят. Спасибо, что посмотрели это видео. Я вас всех очень-очень сильно люблю. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, кто еще не подписан. Ну, а с вами была я, Кира Найт.